На 18, на 80 кейсов. А ты, а мы фастом открываем или нет? Не-не, обычно, обычно. Все, базар. Поехали. Все видно, чатик? По традиции, блядь, дерьма выпадает. Скоголи. Блядь, пошла нахуй, блядь. Пошла нахуй! Эй, блядь! Эй, бля! Короче, я сейчас вангу, мне выпадает фиолетовая пушка. Идите, давай, нахуй. Бля, пожалуйста, давай, 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 давай. А, пацаны, сделайте ставки, да, кто больше получит кейсов? Я или Пока, по-братски, на канале. Блять. Ой, блядский рот. Там. Брат, ну у меня уже... У меня уже сотка открыта перед этим, поэтому... У меня, скорее всего... Ты думаешь, это... Да не, это так не работает. Да ебать, мне знаешь, сколько выпало розовой хуйни всякой, блядь? Постоит под 500 рублей, блядь, хуйня эта. Реально? Так еще перчатки, я ебал. Сука. Бля, какой же азартный уебан, сука. О, у меня уже филетовый пушка. 100 трековская, сюда, ебать. Бля, не бать, если она факт реню, бля, фил тест отжал. Брат, еще мы считаем только с розовой, ты знаешь, да? А? Считаем, если что, только с розовой. Шмотки. А розовая плюс? Да, розовая плюс. Бля, да ну нахуй. Да, да, да. Ну потому что просто это там пиздец считать нахуй. Ну да. Пиздец. Поку погромче сейчас. Не, можем и с розовым, мне похуй, типа. Да не, да похуй уже так, типа. Ну просто уже были правила у всех такие. Не, похуй. Уже типа так уже сделали, так и делаем, похуй. Бля, у Поки, ребят, будет чуть больше кейсов, чем у меня, потому что у меня, блядь, проблема с балансом, не продается нихуя, сука. Спасибо за фолио, чанские пацаны. Я тогда второй экран иногда посматриваю, смотрю, что Поки выпадает. Пока что хуйня, слава богу. Да сука, ты заебучая. Авик СР плюс, ну да, дорогой. О, о! Пошел нахуй. Блять, ну пока вообще даже фиолетово не выпало. Музыку бы добавить, ебать, я сейчас включу. У меня, фонг, кстати, блядь, немножко играет, чуть-чуть прям. Я сейчас фонг просто въебашу нахуй на все. Бля. Ладно. За баллы ставки? Нет, нет, просто ставки. Без баллов, без баллов. Я не хочу экономику портить канал. Согласен. Это пиздец просто будет. Согласен, полностью с вами солидарен, каравай. Умные мысли постигали, блядь, умного человека. Красная пролетела, сучка. Ну, сука, а. Блять. Да такая хуйня падает пока что, прям вообще пиздец. Бля, я просто врубил музыку на фу, блять, вообще нихуя теперь не слышу, все, блять. Мне упало вообще ровно хуем нихуя. О-о-о. За 20, блядь, ключей. Ты что-то упало? Ну, авик, авик. Ну, фиолетовая. Да, да. У тебя первая фиолетовая упала пушка, да, за 20? Да, да. Такая хуйня. Угу. Сука, шуха ебаная, блядь, тварь ебаная. Кстати, он такой дешевый, охуеть. Я думал, он дорогой будет. Он очень красивый, мне нравится. Зеленый? Да, я его куплю 100%. И, бля, если он статрековский будет, он такой... Шлюха! Ебать, что это такое нахуй за звуки? Это я подрочил. Так, брат, еще 20 кейсов. Первый, еще пошли, я покупаю еще 20 кейсов. Ой, 20 кейсов, 20 ключей. Ты еще не открыл 20-ку? Ну вот сейчас последний будет. Давай, давай. 20-очки. Ой, батя ножка. Ну какая ножка. Фу, ты видишь, блядь, на... О, ебать, у тебя там было нахуй. Пиздец, у меня там две розовые. Блять, сука, красная. Ну, блять, что это за понос падает? Невозможно с вами не согласиться. Нож. Нож. Давай, сучка, бэйби моя, блять, сладенькая пупсичка, пожалуйста. Бля, хоть ни тебе, ни мне, его, конечно, ничего не было странно. Очень просто странно. Просто пиздец. За чат. О, сюда, сюда. Пошел нахуй. Сколько стоит там? Рублей 30? Фил тестов. Ну ладно, хотя бы есть уже хоть что-то. Хоть что-то, окей. А, у меня ноль, блядь, просто ноль. Да 500 ровно. 500 рублей? Окей, значит, я себе вписываю. Пок, ты тоже себе вписывал, у меня там 500 рублей. А.
Пятихаточка. Оп, ну, залетает. Сука, тварь ебучая. Ладно, пятихат. Ну, ребят, ну нормально. Тиса такая, знаете, пятихаточка чисто так вот. Ну, покекать, покекать. Накуренный лайм. Осуждаем лаймы накуренные. Это песня заебал. Асу, асу! Асу, асу. Блять, да ебаный в рот. Блять, так хочу уже перчатки, сука! Ну выпадите! Мне сейчас перчатки, кстати, падают. Ну блять, ну хоть кому-то, похуй. Даже если не мне, просто выпадите, чтобы было хоть, блять, пукчам был нахуй жесткий. Реально. О, красный шар, залупа, блять. Блять, такая нахуй. Залупа падает, вообще прям ничего нахуй. А здесь хоть одна красная шмотка падала? Да, глок. У меня даже глок 3400 падал, нахуй, блять, вообще очень мало стоит. У Infactory New, что ли? Минулвер. А, у меня батлскерет ебаный вообще. Ну, тварь. Согласен. Бля, сатрековская фиолетовая пушка выпала, ну, блядь. Чё мне сатрековские именно, блядь, падают фиолетовые? Ну, сука, какая же залупа, вообще ничего. Бля. Тварь. Блять, ну давай хотя бы розовенькую, для Димашки, пожалуйста, чатик, блядь, зарядите. Дай ножики! Я хочу ножик, блядь! Блядь, дай красный! Дайте вещь, пожалуйста! Тварь! Ой, сука. А сколько ямка розовая стоит, красная? Да хуя, по-моему. Да? Я не уверен. Мне говорили, да. Там большой размен. В зависимости, СТ или не СТ. Ну хоть статрек, сука, дай, блядь. Ну хоть статрек, говори, дай. Я хотя бы розовую одну пушку, блядь. Сука, вначале же падал. Мне за 20 кейсов упало 3 рота. Блядь! Ебать, это тильт! Охуеть. Сука. Я быстро то один. Блядь, не лучше меня открывал, нахуй. Блядь, опять фиолетовая. Бля, фиолетовый точно не считаем? У меня столько фиолетов уже упало. Да не, мы это считаем уже. Сучки, блять. Сучки. Ну я уже 40 кейсов открыл, блять. Выпала одна с фиолетовой, и то, блять. О! Да сука! Соса! Ладно, это хуёво, естественно. Лучше выпало. Я, брат, пошел кейсы закупать еще. Я не верю, что каравасил не отъебет всех, блять, задницу. Я не верю в эту хуйню. Блять, опять его по... Ну... Ебал в рот, блять. А теперь давай, тут только же самое, но только с красной. Давай, красная. Сотрек. Ой, ебать, там розовых нахуй было. Да пошла нахуй, шлюха ебаная, блядь. А, тапок пизда. Ебаный. Че, там кейсы закупаешь? Нихуя. Да. Да, мне тоже понравился. Мне файв сам понравился, пиздец. Не знаю, почему. Прикольно. Там он еще может выпить фулл красный, мне сказали. Или фулл да? Синий. Да. Ебать, это охуенно. От паттерна зависит. Ебать, я просто зарплату нахуй мамы на 3 месяца потратил, блядь. Я папа, которого нет, блядь. Библитунг нахуй. Так, это уже какой пошел? 41-й у меня. Пошел я нахуй. Ты если хочешь, можешь чуть-чуть подождать меня. Да, окей, жду. Ну, если хочешь. Не, не открывай, там просто подольше чуть там, не знаю, блядь. Давай, подожду. Бля, мне столько фиолетовых пушек упало. Тебе много фиолетовых упало? А, фиолетовых, не... вот именно с тобой нет. Там у... со злым, да. Так, ну, в принципе, пускай вот так пока что открываем. Хуй знает, сколько там кейсов. Но где-то около 80. Поехали. Начинаем, ready? Да. Я открыл 40 ровно. Осталось еще. Я 42 открыл. Окей, поехали. Йоу. Понятно. Смотри, бать, эти фиолетовых пушек вообще проскочило. 4 в ряд, нахуй. Да постоянно красные пролетают, сука, и. Вот, блять! Ток, блять! Ебать! Сука! Все, давай, 43 открываю. Поехали.
Ну это пиздец, зять. Мам, это пиздец. Все, это пиздец. Чет, какой ключ и от какого кейса открыли, подскажите? Да, может, и мне тоже напишите, читерские. Согласен, согласен, давай, да, согласен. Это хорошая, кстати, идея. Давайте. 2-6 мне написали. Мне 17, 3-9. Так, третий ключ. 9, оп. Блять, у меня не сработало, слышишь? У меня то же самое. Пиздец, блять, не работает. А все, походу, забейте. 2-5. 3-7 пишут. Сейчас попробую 3-7, окей. 5. 3. И 7. Хуйня. 10-1. Да ебаный вру. Бля, все, у меня уже мотивации никакой нет открывать. Сука, вообще ничего не падает. Вообще нихуя. Есть такое. Да, блядь, да, вот смотри, ну вот, блядь, вообще вижу, чего, ебалое! Ты жестко. Блять, еще тролли так, сука. 8-11. Причем эта штука всего стоит 1000 рублей, блядь. Ну, блядь, ты! Блять, это. Я не знаю, я вообще это просто, блядь. Давай 7-й ключ и 7-й кейс. Давай, давай. 1, 2, 3, 4, 7. И 7-й кейс, да? Ага. Вот, поехали. Готов? Поехали. 1, 2, 3, гоу. Ну, пожалуйста, блядь. Пятюня в чат, блядь, киньте все. Пятюня в чатик! Фиолетовый азот. О, ебать, это стоит 2 дробовика, вы получили. Давай посмотрим качество какое. Давай посмотрим, какое у тебя качество. У меня филтест. У меня Bellworn. Блядь, ну ладно, у меня получше. Пиздец, это было бы жестко, кстати, если бы еще эти выпали одинаковые. Ну, бля, это вообще, я не знаю, это тип какой-то. О, опять дробовик. Бля, я не понимаю, как платье открывается славой, нахуй падает, хоть, блядь, хоть что-то. Так у них читерские аккаунты. Я разговаривал с Гейбом, они сказали, они подкрутили им на 350% больше. Типа, что... Оу, наконец-то, блядь! Бля, ну что у меня выпал такой юспик? Так, ладно, сколько он стоит? Покупать бы не надо было. Это сейчас Копчук скажет, Копчук скажет. Это филтестед. Бля, по-моему, рублей 300 стоит вообще, нахуй. Не, больше чуть-чуть. Я его сегодня уже выбивал, блядь. Так. Да, 500 ровно. 500 ровно, заебись. Так, чё, покрывачек меняем? Бля, вот одинаково, да, давай. Красная. Ой, сука. Давай, меняем, 500-500. Бля, ебать, ровная борьба, да? Да это ебнуться можно, бля, брат. Это вообще такая заруба сейчас потная будет, нахуй. Я даже не знаю, бля, кто выиграет в это за противостояние. Да, бля, похуй, кто выиграет, блядь. Хоть что-то выпади, сука! Солидарен, бля, полностью. Бля, чат, нужна ваша сила, бля. Посмотри качество, брат. Если бы это было прямо с завода, дядь, она 20-ку стоила бы. Это пизда. Нет, больше. Больше? Ну, это жестко, хуйня. Так, после полевых стоит 9. 9? 9 тысяч. 9-100. Бля, вот вроде выпадает, сука, красная, но ты даже не окупаешься в половину, сука. Да, это ёбнуться можно, какая-то хуйня ёбнутая. 9-600 получается. Сюда, ебать. Маме цветы куплю. А папе? А, папа пошел нахуй. Нормально. Вичат меня мой поддержит. Без так, папки, еще 20-ку покупаем. Бля, ну перчатки, ну по-братски-то можете выпустить? Я просто уже заебался их ждать. У! Опа! Ебать, я... Ой, бля, батл скарит, походу, слышишь. Либо да, филтест. Залупа, ё... ДБС? Bellworn. Сука, хотел быстро открыть хуйня. Пошло, ебать, кисики разогревочные. Мы с материалом, понимаете? Сколько? 600. Окей. Ну, хоть что-то, блять, выпало. Че выпало? Юспик. Филтест. Заебись, хоть с юспиком побегаю на красиво. 500. Так, у меня сколько получается? У меня 1000, а у Поки сколько? 10-200. А у Поки? 10-200. Да. У меня 1000, блядь. Ну, в принципе, неплохо.
Охуеть, просто за 100 кейсов выпадет... Злому вообще за 100 кейсов ни одно не выпало, это вообще пиздец. Ну ему потом упал авик за 20-ку вроде бы. Хуеть. Серьезно? Да. Ебать, сука. Или это меньше, хуй знает. Ну короче, нормально там. А, за 6, за 6. Откат, ебать, за 20-ку, блять. Откат. А ты уже сколько? Ты 60 открыл? Да, я уже больше. Да я уже, я не знаю, я ебашу, я уже заебался, честно. Это пиздец, у меня тильт нахуй. Понимаю. Бля, у меня почему-то чуйка, что сейчас на последних кейсах нам что-то какая-то хуйня сейчас упадет. У меня такой чуйки нет, я не знаю, я заебался, сука, тварь ебаная, нихуя не падает. А тебе вообще что-то самое, что-то самое дорогое выпало сегодня? 3400, блять, на этот нахуй, глок. Глок? Все, блять. Да блять! Так, у меня будет 99 кейса, потому что я хочу сделать вот так вот, блять. Пожалуйста. Давай отсюда, нахуй, градиент. Пиздец. Сколько же галилов ебаных. Я просто уже даже ключи купить не могу, настолько с ним лагает. О, вот все. Здорово, Нюк. Да блять, ну что это за пиздец? Сейчас у меня чуйка, блять, сейчас. Ну, блять, смотри, дай хотя бы. Ну, сука, блять, она еще хуже выебанная в рот. Филтест, блять, да считать не буду в пизду. А себе фастом сделаю. Заебись, блядь. Все, фастом, блядь, никогда не делайте нахуй это, блядь. Кровать тысячу поставить, да, сейчас поставлю. Да, блядь, можете ставить, братан, оставь. Оставь. У него 1500, у тебя уже. О, блядь, это что еще такое? Не, пацаны, я не открываю кейс с фастом. Не обессудьте. Блядь, такая... статрек, блядь. Какой смысл? Где же твой любимый бойфренд? Батя ножки девец. Сладкая, дядь. Бля, не знаю, у меня фут-фетиш, типа, смотрю на свои ноги и дрочу на них одновременно. Понимаешь? Хуя, ты не руками дрочишь, что ли? Ну, я ногами дрочу, ногами свой член дрочу. У меня, типа, двойной фетиш, понимаешь? Хуя. Комбо, у тебя, блядь. Да, у меня оргазм, типа, вообще ёбнутый. Блядь, какой же тильт, сука. Я так надеялся, блядь, за 200 кейсов... Ничего. Бля, хотя бы перчи, блять, ну пожалуй, ну хотя бы, блять. Крейс в три точки пишет, блять, чат. Кстати, не понравилась моя дрочка ногами. О, ты сука шлюха, ёбаная, блять. Блять, мне выпадает gold bismuth. И как обычно вовремя. Блять, это просто пиздец. Крис, открывай этот кейсер от тебя. Ну бери это, блядь, тоже неплохо. Брат, последний 20-й кейс сейчас уже будет. Реально? Угу. Ебануться. Вообще нихуя, просто нихуя. Не хватает денег там? Да, денег хватает. Еще 1000 рублей на халяву, блядь, остается похавать, блядь, чисто Макдоналдсе, блядь. Полторушка. О, сука, блядь! О, сука, цепь-то мне! Трясти начнет. Блядь. Меня тоже трясти начнет после такой хуйни, блядь. Ну давай. Сучка. Как ты так быстро хуяришь, а мне еще, блядь... Я на 80-м где-то только, или ты там парочку скипал. Не, у меня еще дохуя. Нормально. Ну как, не дохуя, нормально. Ебать, у меня афиг. Ну-ка, дайте я один чистый контракт ебану, один. Синий хуй. Ой, не синий, а вот с этой хуйни есть у меня. Бля, хватит? Я пойду тот же контракт сейчас сделаю один. Я синий буду делать. Я вот из фиолетового, блядь. А из фиолетового делал сегодня. Нихуя себе у меня авап тут.
О, нихуя у меня фиолетовый слышит. Блядь, ну ты зачем твою? Ладно. 4, 5, 7. Здорово, Владос. Все, брат, я в тильте. Я не могу, ничего не падает. Вот, я, о, сейчас на трековской сделаю что-то, подожди, сейчас. Оп. 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 Заебись, лучше бы не делал, нахуй. Бля, мне фил-тест это хуйня выпала, но это с контракта. Ой, пизду, блядь. Ладно, дальше продолжаем. Я в инжекейнсе потихоньку качаются. Да мне тоже, брат. Пиздец, я даже 2 часа нормально не постримил, блядь. 200 кейсов, нахуй. Я, блядь, 40 минут настраивал, блядь, открыли, нахуй, за 30 минут. За 30 минут 200 кейсов, блядь! Шалава, блядь, дэнс. У тебя фул тильт там? Пизда, блять, я вообще ничего не, вообще ничего, нахуй. Понимаю тебя, брат. Так, пиздец. 20 ключей последних, походу. Блять. Это it's пиздец. Пизда. Мне что-то вообще, я уже открыл 40 кейсов, мне нихуя не выпало даже. Охуеть, даже... открыл 100 кейсов. Нихуя не выпил. Вот, вот они, блядь, красотки. Блядь, дай-ка контракт еще ебану с этой хуйней. Ты пока там догоняй меня. А, стоп, я не ебану, я не хочу авики. Авики себе продам, нахуй не будет. Ну-ка, сейчас тогда синий хуйни, правда, сделаю. Посос, блядь, члена во рту, нахуй, в жопе. Бля, знаете, почему ничего не падает? Потому что чат неактивный. Пацаны, проявляется больше инициатива, активности проявляем, блядь. Стримеры тут сидят, спят, блядь, только потому что чат вместе с ним спит. Если стример спит, мне означает, что чат должен вместе с ним спать. Пятюречку заряжаю, хотя бы как минимум. Ну или, блядь, я не знаю, блядь, пацаны, в ебаный сырник, блядь. Открываем ебучие кейсы, а, блядь, нихуя не падает, и чат молчит. Вообще в тильте. Блядь, ну как слава! Сука, кстати, в нож, нахуй! Как слава падает с вами, я не понял! Да сегодня аункера упало еще, а кому еще упало что-то дорогое? Ебать, три шмот! Делайту, блядь. Делайт упали перчатки, да. Я две красных подряд было, блядь, в начале. Ёбнуться можно. А у тебя много сатрековских пушек падает? Не очень, честно. Все, пизда, у меня вообще нет денег уже. Не, мне, кстати, нормально попадало. Сатарковских пушек. Пизда. Я сильно набьюсь. Ребят, минус 50 тысяч. Просто можете писать, минус 50к. Все, это пиздец. Розовенькая. Выглядит как фэн. Минимал вэйр. Посмотри, сколько стоит. Да, конечно. Спасибо большое. Ну хули я быстро открыл, ничего нету, блин. Стоит 800. 800? Ровно 11к получается. Хочу плакать. Хочу, чтобы мне насрали в рот. Блять. Что? У каждого свои фетиши. О, еще не спик, блядь. Да что это за лупа, блядь? Ты посмотри, какая это чела, да вообще. Ты ее насрали реально в рот. Ну это БС точно. Ну это понятное дело. Брат, заебись, пиздец. Пушки выпадают, классные. Ты, бля, пацаны, уже похуй за... Стоит 270 рублей. Сколько? 270. Ебануться. Да чё записывать уже, блядь, смысл нахуй? Ну вдруг тебе чё нож выпарит? Да, блядь, тут, бля, 3 кейса стало, 5 кейсов нахуй, сейчас я, блядь, контракт. Ну, бля, я же говорил, в конце кому-нибудь что-нибудь упадёт. О, хотя бы, братишка. Ладно, окей, сейчас 4 кейса, поехали. 4 кейса, 5 ключей, блядь, что-то я не обсчитался, нахуй. Я что-то тоже обсчитался, блядь. Во, заебись нож. Digital Mesh.
Бля, хоть розовый, да, или хоть, блядь, по-братски красный, блядь. Чисто по-братски, пращу. Спасибо. Тварь ебаная. Ладно, еще один контракт сделаем, блядь. Ну, пацаны, это официально минус пятихатка, нахуй. Это пизда! О, ну хоть, блядь, хотя бы авики падают, блядь. Которые можно по сотке, блядь, въебать просто куда-нибудь. Слушай, Копчука, сколько авик хотя бы стоит? Сотку стоит? Конечно, ты чего? Заебись, блядь, хотя бы по сотке сдам, блядь. Блядь, хавать хоть похавать куплю себе, блядь, ровно, блядь. Пиздец, блядь. Закалённый стоит, по-моему, 270. Закалённый. Ну это, блядь, там у них какая-то странная, блядь, политика. Закалённый лучше стоит, блядь, чем нахуй. Минимум. Так, закалённый стоит 270, поношенная 350. После полив 400, минимал вер 700, FN полторушку, короче. Слушай, ну нормально. Ну, а если вот там еще больше? По 250 вообще нормально стоит или можно их закидывать похуй? Вообще нихуя они не стоят. Да? Все, тогда закидывай нахуй их тогда, блядь, оставлял. О, еще экзоскелетон. Сколько? Это филтестед? Филтестед? Филтестед. Все, блядь, выпало. Заебись, нахуй, она выпадала. Похуй, 2 кейса, 3 кейса. Похуй, тебя не слышно? У меня 4 кейса осталось, да, я там разговаривал. Понял. Я быстро один, не, не буду. Да, блядь, ну это просто пизда. Надо еще один кейс закупить, блядь. У меня 3 ключа осталось. 3 кейса. Ну сейчас, в данную секунду, должна произойти какая-то историческая хуйня. Которой не будет. Сейчас ты увидишь, братанчик. Я сказал, блядь, помяните мои слова. Сейчас хуйня какая-то падает жестко. Вам последний на кейс. На нахуй! На последний кейс сейчас упадет, смотри. Ты веришь в меня? Я верю. Я верю в себя, мне похуй, блядь, unlock кейс. Поехали, парни. Этот кейс посвящен вам, всем зрителям, которые смотрят в этот экран. Давай, сука! Ну, пошел почти, нахуй, блядь. Почти. Ну, зато за трековская, блядь, это насосал, так сказать. Все, я открыл 100 кейсов. Блядь, нихуя не выпало. Бля, ну сатрековская эмочка, это красиво, красиво. Блядь, ты приебал сколько? Хуй знает, дохуя. Ну, это хоть чуть-чуть я купила эмочкой. А купила ты называешь это? Ну, типа отбила хоть какую-то часть. Ну, это можешь так сказать. Но у меня первый open кейс был, отбил хоть что-то, 12 тысяч. Но сейчас вообще не... Ебануться можно. А ты чё покупаешь сейчас? Я, да это, блядь, эти, блядь. Блядь, ну как это называется? Коллекция. Коллекция, коллекция, да. Пытаюсь хоть что-то, может, выпить, блядь. А ты не смотришь инвентарь? Ты быстро их открываешь? Не, я смотрю, смотрю. Вообще, просто ничего, блядь, это такой... Пиздец. Окей, у меня последний кейс, 2 последних, брат. Я открываю 2 последних. Ебать, у меня такая же хуйня. Давай. Ну, пожалуйста, есть хоть какой-то шанс? Хоть, блядь, мирипизи. Спасибо. Тварь ебаная шлюха, чмо ебучая. Все, я в фильте. Ребят, как проебать 50 тысяч рублей законно, блядь, не играя в казино, блядь. Осуждаю, ну, блядь. Все в пизду, нахуй. Реально, осуждаю, блядь. На, блядь, еще голд бишмах, нахуй, выпал. А калаш только же стоит, сколько ЭВП вот этот X-Ray? Да знаешь, нет, а вообще... долбереты мало стоят? Да, тоже хуйня. А вот скаут? Тоже хуйня. Все, тогда это закидываю. Там самый дорогой, ебать, авик. Все, ладно, тогда это все закидываю, нахуй, мне это не надо. Калаши вообще мало, сейчас все типа упор держат на градиент авик. Калаши вообще нет на ТП. Ну, типа прям FN-овских. Хуеть. Блять, а если я рискну нахуй так вот сделать, сколько это... Сколько еще это надо купить таких хуй? Ну вот, Minimal Wear калаш стоит 126 тысяч. Это невыгодно будет, по-любому. Не, в смысле невыгодно? А, ты про контракт? Не, я так, блять, я смотрю какую-то залупу, блять. Пиздец.
Похуй, сейчас вот, вот ребят, пошел контракты делать нахуй, такие вот ёбнутые, блядь, на 5 рублей, в принципе, тоже не, ничего, пацаны. О, нитро нахуй, заебись. Что это, блять? Ебучий случай, это вообще что нахуй? Бля, тильт, все это пизда. Это просто пизда! Ты понимаешь, что мы въебали денег? Что? Ебать, ты наигранно, брат, сделал очень. Настя, наебываешь, ебать. Если бы она выпала, дядь, ты бы сейчас нахуй, я тебе отвечаю, блять, окошко разъебал бы у себя, блять. Ну похуй, бля, она такая залупа падает, господи, боже мой. Бля, ну даже шанса никакого не было, даже, блядь, посмотреть, сука, на перчатку, нахуй. Это пизда. Карбон опять выпал, блядь. Так, ну что у нас, ребят, тут по контрактам? Все получается, все я въебал, что можно было, блядь, да? Давайте, у меня сколько там рублей еще осталось, сейчас я, блядь, открою нахуй какой-то кейс, блядь. Шадо, не, не шадо, блядь, есть гамма у меня? Блядь, гамма нет, да? Гловус, вот. У меня есть, сейчас скажу, сколько денег на кейсов. На 2 кейса, блядь, все, денег больше. Я хуй за это, я кручу эти хуйни за по 4 монетки. Мне вообще даже ничего, блядь, больше ширпа не выпало. Ёбнутая хуйня какая-то, блядь. Дай АВП, сука! Дай АВП! Дай в рот! Дай мне еще. Давай, давай, давай. Дай мне еще. Пожи, пожи. О, блядь. Это что такое, блядь? Она дешевая очень, но красиво выглядит. Ну да. Ну что я могу сказать, блядь, сейчас будем все продавать, нахуй, и, блядь, закупаться, блядь, чем, нахуй, я осуждаю, чем. Правда, это шутка. Ой, блядь. Сука, такой тиль, блядь. О! Сколько стоит он? Фомас, а ну-ка, сейчас посмотрю. Ну это копейки тоже ебаные, мини-ВВР, кстати. Ну хуй знает, это же с коллекции ты выбил? Да, она может дорогая, дорогая, быть может быть. А, заебись, блядь, продаю. 1003, может? Не точно. Нет, нет, точно не 3. Так, минимовар, да? Да. 900. Пиздец. Ну хоть что. Охуеть, да нет, с такой хуйни я лучше кейсы буду открывать, лол. Блять, сука, инвентарь обновись, ты заебал! Блять, я ебал, ты, сука. О! 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 Ебать! Вот это что? Ебать! Это поинтереснее уже. Бля, давай минимал вэр по-братски хотя бы. А там вообще похуй. Factory New, блядь! Чё нахуй? Нихуя? Там цена одна у всех. А? Там цена у всех одна. Реально? Ну, грубо говоря, да, потому что там крафт уже идет там... только уже в авик. Авик только айфеновский. А. Поэтому толка вообще нет. Ебать! И в Тавик только фенуски есть? Да. Ебать. Блять, Тима получил. Ну, мне кажется, пишут просто, может, кому-то выпал только фен, ну, может, там USP есть. 7к стоит, я знаю. Сколько? 7к. Чё, блять? Ну да. Это мало, типа, или чё? Это дохуя, не? 7900. Не, это охуенно, это дохуенно. 7900 в Factory New стоит этот USP? Нет, FN 10к, Minimal Air 7900. Ну, у меня FN. А, FN 10к. Ебать. Ебать. Нормально, слушай, блять. Халява, ну, ебаная. Смысле, типа, вставляешь. Бля, может, а может скрафтить нахуй ВП? А это глупо. Да? Типа, FN для стоит 10 тысяч, FT стоит 7. А, ну, ну да. Ну, блядь. Бля, ладно, похуй, сейчас пойдем.